этот день 16 июня родились Салават Юлаев, башкирский повстанец, один из подвижников Емельяна Пугачева, поэт. Константин Бальмонт, поэт-символист. По словам Цветаевой, если бы мне дали определить Бальмонта одним словом, я бы, не задумываясь, сказала «поэт». 16 июня 1865 года отряд генерала Черняева штурмом взял Ташкент, самый большой город во всей Средней Азии. 16 июня 1904 года в здании финляндского сената сыном бывшего сенатора Эйгеном Шауманом был убит русский генерал-губернатор Финляндии Николай Бобриков. Это была реакция на политику русификации Великого княжества. 16 июня 1963 года стартовал корабль «Восток-6». На его борту была первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. 16 июня 1925 года в Крыму открыл свои двери пионерский лагерь «Артек». Под сенью горы Аюдак, которая выглядит как огромный каменный медведь, припавший к берегу моря, в уютной Гурзуфской долине расположился знаменитый детский лагерь «Артек». Горные речки, скалы и море, парки создают сказочную атмосферу для приезжающих сюда детей. Огромный каменный медведь, нагреваясь сзади на солнечных лучей, ночью отдает свое тепло долине, создавая здесь совершенно особый микроклимат. По своим размерам «Артек» считается самой большой в мире детской здравницей. Его береговая линия протянулась на 7 километров, а за все время своего существования он принял на отдых почти 1,5 миллиона человек. А ведь еще в 18 веке это был дикий безлюдный уголок. В низовьях местной балки стояла одинокая сторожка, некогда построенная местным мастером по выжиганию извести. Теперь там располагается музей основателя лагеря Зиновия Соловьева. А еще этот домик стал убежищем для французской аферистки, самозваной герцогини, переделавшей свою фамилию простолюдинки Ламот в дворянскую Деламот. Жизнь Жанны Деламот легла в основу романа Дюма «Ожерелье королевы», и многими ее чертами писатель наделил героиню трех мушкетеров Миледи. Якобы с этой женщиной была связана история исчезновения богатейшего бриллиантового ожерелья Марии Антуанетты, французской королевы. Аристократка была осуждена и приговорена к публичному клеймению и пожизненному заключению. Однако ей удалось сбежать, она оказалась в Петербурге, затем в Крыму и поселилась в этом небольшом домике в Артеке. Правда, говорят, и на новом месте аферистка не успокоилась, взяв под свой контроль всю контрабанду на побережье. Позже в этом месте хозяйничали и Воронцовы, и Потемкины, и княгиня Голицына. А в разное время отдыхали знаменитый дипломат и писатель Грибоедов, эмир Бухарский, Шаляпин, и даже благоверный император Николай II дважды посещал курорт. Каждый из бывших хозяев строил здесь здания, лестницы, ротонды, разбивал сады и парки. Поэтому советской пионерии досталось уникальное наследство. Первые 4 брезентовые палатки были поставлены на берегу реки Камка в 1925 году. Тогда, 16 июня, состоялась первая артековская линейка, в которой приняли участие 80 детей. Это событие считается днем рождения Артека. Инициатором создания детского лагеря был Зиновий Соловьев, заместитель наркома здравоохранения. Он основал Артек как санаторий для детей. Сначала ребят в лаптях и босиком привозили в лагерь на подводах. Вскоре на месте палаток возникли легкие фанерные домики, а в верхней части урочища в 29 году построили первый каменный корпус. В 36-м Артек расширил свои владения от Аюдага до Гурзуфа. Теперь он принимал до 5000 школьников в год. Популярность этого места вышла далеко за пределы Советского Союза. На Всемирной парижской выставке Артек получил высшую награду. Почетным артековцем стал Анри Барбюс. Он же не без пафоса заявил: «Артек – настоящий рай, но рай земной, реальный, где жизнь детей, трудящихся, проходит выздоровление своих физических сил, приобретение знаний и спорта». Знаменитые люди и главы государств со всего мира приезжали в Артек и общались с детьми на равных. Для них пел Поль Робсон, рассказывали о космосе Гагарин и Титов. Здесь бывали советские генсеки и юная американская посол мира Саманта Смит. Почти 70 лет это место на берегу Черного моря было настоящей столицей советской пионерии, объектом грез миллионов детишек со всего Союза.